Попасть на Казанскую улицу в поселке Солочья, на которой стоит множество жилых домов, можно тремя путями. Один проходит через огромную лужу, глубина которой уже начинает пугать местных жителей. Здесь вот сейчас прямо рядом с нами яма очень глубокая. По стандарту там у нас идет глубина 60 метров, газопровод. Если не дай бог что, то есть мы все взлетим на воздух. Уже приезжал прокуроры, проверяли. На самом деле у нас идет газопровод. Глубина этой лужи уже внушительна. Еще немного, и газопровод вылезет из земли. Кроме того, уже сейчас проехать по этой луже сложно. А когда наступит заморозки и появится первый лед, большинство автолюбителей выберут другие пути, чтобы не повредить колеса машин. Таким образом, уже сейчас из-за одной огромной лужи перегружаются другие переулки в Солочье, по которым также можно попасть на улицу Казанскую. К сожалению, вот эта дорога, вот этот переулок, который просто был таким стратегическим каким-то там пешеходным, теперь превратился в основную дорогу по нашей Казанской улице, потому что выезд и въезд в нашу улицу совершенно невозможен. Все машины едут только здесь. Здесь дети идут по утрам в школу, потому что здесь рядом школа. И получается, что здесь коллапс. Не разъехаться машинам, ничего. И как бы здесь вот все время боишься, как бы что здесь ни случилось. Дорога с одной полосой, по которой в обе стороны двигаются машины, нетрудно представить, что происходит здесь по утрам и вечерам. Пробки на проселочных дорогах и ухабы на еще одном переулке, который также используется для проезда автомобилей. Все это ежедневно доставляет неудобства жителям Солочья и точно не красит этот курортный поселок. Солочья у нас уникальное место, ведь все рязанцы сюда приезжают, и сейчас очень много из других городов России на экскурсии. Здесь музей, пожалуйста, большой. И если мы наблюдаем такие картины, такую картину в курортном месте, то не хочется для рязанских властей видеть такую картину. Сейчас прокуратура занимается вопросом, касающимся этих дорог, но жители Солочья продолжают негодовать, потому что дело сильно затянуто. На протяжении 2 лет они обращались во все инстанции и пока довольствуются лишь отписками. Похожая ситуация была и при ремонте центральной дороги в Солочье, которая в этом году все-таки была отремонтирована. Немалую поддержку в этом оказала и наша телекомпания. Мы обращались в ваш телеканал «Город». Нам девочки приезжали, интервью давали, мы сколько с ними боролись. И вот все-таки нам сделали центральную дорогу Владимирскую, нам сделали все-таки. Вот благодаря вот все-таки обращались в «Город», девочки приехали, все. Сейчас жители поселка Солочья просят, чтобы движение автомобилей, в частности, на улице Казанской, осуществлялось равномерно. Для этого необходимо разгрузить 2 переулка, ликвидировав лужу на 3-м. Жители Солочья считают, что ни на одной из представленных в этом репортаже грунтовых дорог нет необходимости укладывать асфальт. Им бы хотелось, чтобы поверхность выровняли, а глубокие ямы засыпали асфальтом или другим подходящим материалом. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».